Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. С вами Казуко Фэмили. Вот. Если вы видите это, то значит мы проходим Sin Exodus Emergency. Кто не знает, это игра на движке Half-Life 2. Так что приглашайте друзей, ставьте лайки, ставьте колокольчик, а мы познакомим вас с очень интересной и клёвой игрой. Так что думаю, вам понравится. Вот. Сейчас я проверю, какие настроечки. По сути. Так. Чтобы не было никаких проблем, мы подстрахуемся. Так что погнали, наверное. Я надеюсь, вам понравится. Кто не знает эту игру, жалко, что на первом эпизоде игра закончилась. Ну, по пути я расскажу. Так. Погнали тогда, что сказать. Надеюсь, вам понравится. В некоторых моментах буду молчать, чтобы... Скажи, как, по-твоему, это все закончится? Он свалился мне прямо в руки. Не будь таким простаком, Радок. Я знаю его. Поверь, он прекрасно знал, что делает. Он готов для процедуры? Техники говорят, что да. Ты уверена, что тебе это надо, Алексис? Его стоило бы попросту пристрелить. Да я и сам бы это сделал. У меня с твоим другом остались кое-какие счеты. Ограниченность мышления — твой самый большой недостаток, Радок. Ты-то уж лучше всех должен знать, что я всегда получаю именно то, что я хочу. А еще, мой милый Радок, я не хочу, чтобы Блейд умер. У меня на него большие планы. Как и у тебя большие сиськи. Я вернусь, когда укол подействует. Не знаю, что она нашла в тебе, Блейд. А если честно, то мне плевать. Помни, что однажды ты и я наконец разберемся со всем. Что? Как ты сюда попал? Блейд, хватит уже отдыхать. Не волнуйся, все нормально, нам бы только... О боже, что они тебе вкололи? Пошли, быстро! Нам надо выбираться отсюда. Да окей, задница, я и без тебя это знаю, что нам выбираться надо. Блейд, пошли. Да, дай полюбоваться чем-то. Окей, окей. Так. Радок уходит. Да не ори ты, блин. Дай мне полюбоваться графикой. Девочка. Давай, Блейд. Оу, жестко. Здорово, чувак. Да соберусь, соберусь, не ори ты, мать. Блейд, залезай. Сейчас, сейчас. Дай перечитать. Фрипортский городской банк. Чё? Дальше не вижу, ладно. Синтек — это значит... Исследовательская какая-то зона, да? Прикольно. Шутихин, чипсы. А, прикольно. Ладно. Почему так скрин не сделать? Получится, нет? Неинтересно. Получится. Да, это твоя машина, но поведу я. Окей, окей, не ори.
Не ори, мать, все будет. Ля-ля-ля. Блейд, ты проснулся. Эй, держись. Самое трудное уже позади. Скоро тебя осмотрят врачи. Но могу порадовать, что операция того стоила. Мы прилепили к Радоку жучок. Также он единственный, кто знает, чем они тебя накачали. Мы должны найти его. Пока не поздно. Блейд, ты в порядке? Блейд! Блейд! О, Блейд, ты, наверное, думаешь, что я очень порочная девочка. Какая узость мышления. Я пророк, Блейд. Я изменю мир. Синтековский КПП. Ты еще держишься, Блейд? Если отключишься, то ко мне появятся вопросы, на которые я не смогу ответить. Окей. Вас понял. Вы малость принесли свои полномочия, ваши документы. Какие еще документы? Отвали, ковбой, мы на задании. Направление. Вряд ли это тебя касается. Это территория Синтек. Здесь все нас касается. Ты куда вы направляетесь? Подальше от тебя, красавчик. Куча загруз. В порядке, Блейд? Ну да. Я в порядке. Я позвонила парочке своих должников. Есть один парень, Гаррисон. Он поможет нам попасть в UFO. Ему можно верить. А вот остальным, в общем, будь наготове. Ладно. Я знаю, что вы собираетесь делать. И считаю, что вы сбрендили. Что с тобой, Джесси? Мы настолько и пошли, чтобы поставить жучок. Кроме того, они вкололи Блейду что-то. И именно поэтому его надо доставить к нам в штаб немедленно. У нас нет на это времени. Может, это наш единственный шанс остановить Радека. Джессика, ты рискуешь его жизнью. Заткнись, Кив. Я делаю все, что могу. У тебя нет ордера, нет доказательств, нет группы прикрытия. Ты собираешься в демилитаризованную зону Фрипорт-Сити. Проще покончить с собой. Это мой долг. Хочешь помочь, начинай готовить группу поддержки. Черт возьми, да послушай же ты меня! Прости, что-то со связью. Прости, Блейд, я знаю, что вы с Джейси давно знакомы, но он ошибается. Он не знает Радека. Он не представляет, что это за человек. Как и я. Наш, твой единственный шанс найти Радека. На остальное просто нет времени. С пушкой тебя туда ни за что не пустят. Я спрячу машину, засяду где-нибудь на случай, если кто-нибудь начнет мутить воду. И помни, Гаррисону можно доверять. Удачи, Блейд. Понятно, ты съебалась. Хорошо, Блейд. Давай проверим аудио и видеосвязь. Как только соединимся, я буду видеть то же, что и ты. Не хочу там потерять тебя. Как только я дам сигнал, включаю радио, и мы захватим частоту. Хорошо. Произвожу захват частоты. Ты слышишь меня, Блейд? О, можно Е брать. Простите. Зомби вон. Эй, приятель, мелочишки подбрось. Ну, хоть чуть-чуть. Чувак, у меня нету. Мы в своей карме, парень. Неужели не поделишься? Чтоб тебя разорвало. Только попадись мне еще раз на глаза, урод. Ты охренел? Вот пиздюк. На глаза ему не попадаться. Совсем очешуели тут, блядь, ребятки. Курящие пятки. Эти что тут делают? Голубки? Вы поссорились? Оу, негр. О, он смотрит на него. Он делает вид, что не смотрит. И тот тоже.
Давай простим друг друга. Нет, иди отсюда, ты украл мои трусы. Ладно, я свои дам тебе трусы. Точно дашь? Ну ладно, окей. Сейчас я подумаю. Да прости ты меня, Джеки, прости. Ладно. Игра на игре. На игре. Так. Так. Нет больше лени. Нет, я вчера с ним разговаривал. Опять напился? Нет. Нет, он свалил? Нет. Нет, только не это дерьмо снова. Называй как угодно, но тут происходит что-то неладное. Ну ты прям как ребенок. Боишься привидений? Я боюсь трупов, и я немного не в себе. Это ведь UFO, чувак. Они тут делают наркоту, а всем плевать. Но это уже не мое дело. Ленни и Кару, их обоих больше нет. Ты хочешь остаться в этом отстойнике? А как же Гарри, Ричард, тише, Фойд, что с ними? Давай просто докуривай сигарету. У нас еще полно работы. Не, ребят, я ничего. Так. Четыре тройки. Так, 0518, а ну. Семейный скандал закончился трагедией. Старый нефтяной танкер куплен Синтек для утилизации. Чё? О, вот. 29-86. А ну давай. Начинай снова. Эй, чувак, я только к тебе подошел. В смысле начинать? Пиздец, блядь, трэш начался. Ладно. Так. Эй, сюда. Да-да, подожди, подожди, мужик. Я Мартин, правая рука Гаррисона. Дай угадаю. Ты Блейд. Великий капитан Хард Корпс. Хм, я ожидал большего. Слушай, не знаю, что ты собрался здесь разнюхать, коп. Гаррисон хороший человек. Импорт и экспорт сейчас не причастой бизнес. Мы соблюдаем законы. Ты должен понять, он просто делает то, что должен делать. Как и я. Да хорошо, наш хорошо. Бог не любит большие кушки. Хм, чисто. По крайней мере, ты следуешь инструкциям. Он ждет тебя, а ждать он не любит. Я бы не испытывал его терпения. Да не ори ты, чертяга. Чё? Чувак, я тебя вообще не трогал. Хм. В смысле? А-а-а. Окей. Ну, это как и в Half-Life было. Полковник Джон Блейд. Я уж подумал, что ты не придешь. Я бизнесмен, несмотря на мою репутацию, Блейд. Может, я не являюсь почетным гражданином Фрипорта, но
Я всегда старался вести себя более или менее порядочно. Но то, что творит этот человек, скажем так, на данный момент наши цели совпадают. Тебе нужен Радек? Я сдам его тебе. Логово Радека, как ты, наверное, уже знаешь, распространяется как раз по внутренностям этого древнего танкера. Это настоящая крепость. Его наемники следят за всеми входами и выходами. Лобовая атака будет самоубийством. Даже для тебя. Придется пройтись по территории, контролируемой Радеком. Чтобы попасть к нижнему входу, тебе придется пройти мимо маяка и сквозь электростанцию. Но внутри тебе понадобится... Ты слышал? Мартин, эта сволочь нас подставила. Иди, Блейд, я выберусь. Валим. Валим. Давай, 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 валим, 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 валим. Давай, 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 давай. Так, сюда. Сюда, да? Да, наверное. Что, можно их затопить, блядь, что ли? Что-то вода так медленно поднимается, что пиздец. Воу! Ау. Сюда, давай же. Да не ори ты, детка. Нас подставили, Блейд. Люди Радека тут повсюду. Так. Черт, Блейд, тебя здорово потрепали. Возьми. Жаль, но патронов нет. Здесь есть медстанция за дверью. Она тебе не помешает. Ты в порядке, Блейд? Да. Я тебя просто рассмотрю. Давай, Блейд. Что давать? Чё ты стесняешься, я не пойму. Чёрт, Блейд, хватит уже отдыхать. Да, даже в игре, сука, не отдохнешь, блядь. Тут в жизни хер отдыхаешь, бля. Я уже пыталась. Дверь заперта. Тебе придется разбить стекло. Давай. Нельзя тебе поебальничку дать. Так. Если там пусто, тебе нужно заменить канистру с регенобиотиком. Поищи, она должна быть где-то рядом. Просто возьми канистру и вставь ее в медстанцию. Как только установишь, сможешь ее использовать. Окей, окей. Не ори. А я попытаюсь связаться со штабом. Не хочу это признавать, но Джейси был прав. Это была плохая идея. Нам надо быстрее выбираться отсюда. Центр. Центр. Говорит Фокстрот 9. Нам требуется немедленная эвакуация. Да что вы такое несете? Нет. Слушайте, мне плевать на юрисдикцию. Нам нужна эвакуация. Вот дерьмо. Центр! Центр! Блейд в центр умыл руки. Синтек спустил на них своих адвокатов. Короче, если эвакуация и будет, то через неделю. Черт! Они вот-вот прорвутся. Ты иди напрямик и попробуй пробраться в лабораторию. Я же вернусь в машину и попробую установить связь с Джейси напрямую. Он нас вытащит отсюда. Вернусь к тебе, как только смогу. Держись, Блейд. Тебе легко говорить, дамочка. Блять. Нахер пошел, чувак. 20 из 20. Ну такое себе. Так. А эти замки.
нихера они не ломаются, да? Ладно. Так еще надо с такими сохранениями загружаться. А, мы уже в доках. Ну ладно. Чё, блин? Мне сначала показалось, что в автобусе что-то... Чё, блядь? Ладно. Сбили какого-то... рабочего. Чё, блядь? Минус башка. Еще минус башка. Да ёпара СТ. А как подняться-то, а? С какой стороны можно подняться? Еще минус башка. Магнум творит чудеса. Так. А как... Эй, Джессика. Ты бы поосторожнее с этими баллонами. Да, окей. Осторожней, так осторожней. Так, а какой код? 0413. Ноль два двенадцать, по-моему, да? Вы попали в Фламинго. Я сейчас занят, совершая девятую революцию, так что оставьте мне фантастическое сообщение, и я обязательно на него отвечу. Если вы президент или другое высокопоставленное лицо, которому необходим переворот, пожалуйста, оставайтесь на линии, и вы будете переадресованы на мой мобильный. Да здравствует революция! Забавно. Сгорел. Два даже сгорело, что ли? Минус два. Да... Нахрен пошел, придурок. Я почти в машине, Блейд. Здесь повсюду наемники Радека. Попасть в лабораторию будет очень непросто. Окей. Непросто так, непросто. Чего? Черти, бля. А там чё, тупик был, что ли, бля? Или чё? Здесь. Чё там, блядь? Что такое? Да, бля, дай мне... Чё, не попал, что ли? Попал. Маних. Ты, блядь, где там? Чувак. Бляха-муха. Слышь ты, эй. Найти его!
еще здесь, Блейд? Попал. Да, бля. Вроде попал. Угу. Блядь. Бляха-муха. Неплохо вас покосоёбило. И чё здесь? А чё здесь? А, тут это... Новый запальник. Чё? Не пойму, 42-40, что ли? Хрен его знает. Так. Ну, телефон далеко там, по-моему. От слова «по-моему». Да. Так, а если 42? 40 вести, наверное. А ну-ка, сейчас. Привет, Норм, это ты? Спасибо за звонок. Это Эдди В. из бухгалтерии. Я заметил, что этим утром кто-то положил на мой стол новенький BTS. К нему была приложена записка о том, что ты сказал админам, что мне нужен новый. Короче, я ничего не понял, ведь мой работает хорошо. Норм. Но... И что? Бля. Я ни хрена ничего не понял. Ну да ладно. Совсем не понял. Почему это магазин, я не пойму. Если не к пистолету, то к чему? Ничего, эти патроны нести, что ли? Или это не к пистолету? А, нет, это, наверное, это к пистолету все-таки. Мне так кажется. Так, стоп. Подожди. В смысле? А как снять? А как сменить, алло? Техника, блядь. Подожди, а можно так? Гениально. Так можно было. И загрузка. Все гениально. Здорово, Блейд. Джессика наконец установила связь. Она не настолько бесполезна, как я думал. Так. Груз 0119. 0119. А будет 0... Так, погнали. Виноград, ты его обожаешь, и тебе стоит попробовать. Кто же знал, что это так вкусно? Виноград? ГЛГ-20, синтековская игрушка. И почему я не удивлена? Хм.
как туда пройти-то, а? Дай... Так. Угу. Поплыли, чё? В принципе, было очевидно, что... А, сюда выплыть? Ну ладно, сюда так сюда, нахер. Кто тут, блядь? Не будет никакого подкрепления, малыш. Этой ночью целый квартал исчез с лица земли. Башня превосходства почти достроена, да? Оу. Парень, ты мне не дал почитать, ублюдок. Какие тут необразованные люди. Не дают даже дочитать, сука, вы представляете? Так. Тебе кто-то другой нужен был, а? Придурок. Чё, тут только один хрен был, что ли? Или чё? Да. Печалька. Ну да, походу. Только к пистолету патроны, блин. Печаль, печаль. Это такая печаль. Печаль печальная, да? Получи, ублюдок. Да. Получи. Да ёпар СТ. Дохни, чувак. Кто там, блядь, остался? Ты один остался или кто? Я даже не знаю, о ком ты, чувак. Чё нам, типа, сюда, блядь? Поверху? Тогда в ту сторону можно долбануться, да? Я подняться смогу сюда? Только я так понимаю, что это место нам вообще не нужно, да? Или нужно? Маяк? Блять! Да ладно! Убьешь ты меня? Ты уверен? Пока. Так. Стоп, а если... Мы могли пойти так? Куда это нас приведет? А-а-а. О, как. Пока. Это был Карлсон. 100%. Карлсон, который не живет на крыше, да? Все-таки я обошел эту местность, да? Что за... Не нравится мне этот звук. А вам? Пока. Да бля. Пока. Пока. Так. Чё, блядь? Блин, я думал, у какого-то хрена будет дробовик. Никакого дробовика у того хрена не было. Так, подожди. 0-1. Почему это эпичная музыка?
непонятно. Оу. Блять, ну на пистолетиках это вообще пиздец просто. Это ебануться нахуй. Как на этих, блять, пульках нахуй. Чувак, что-то там. Цель обнаружена. Нужно подкрепление. Ты сам себя взорвать решил? А. Не, он вроде не сам себя решил взорвать. Что, блядь, откуда? Упал, отжался. Уебал. Не будет никакого подкрепления, малыш. Ну, как-то так. Да. Соточка, да? Так. Угу. Здесь все нахуй закрыто. А там тоже было бы закрыто, что ли? Что-то мне такое чувство, что мы сможем обойти туда. Пойти туда. Серьезно? Ладно. Я очень надеюсь, что будет так. Потому что если бы так не было, это было бы очень печально. А я бы так не хотел, чтобы было, если честно. Так. Сохранился новым сохранением. На всякий случай сделаем это. Сохранение. Так. Хреново, Блейд. Они глушат сигнал, и Джейси не может с нами связаться. Окей. Что тут? Баллончик с ХП. Это, наверное, просто. Ёбаный в рот, вы там чё, охуели, блядь? Ёбаный в рот. Всё? Серьёзно? Да вас постоянно, блядь, под... Чё, блядь? А чё, значок гранаты не был? Вы там чё, подохуели? Блять! Ёбаный насос! Ребят, да вы, блядь, охуевшие, блядь. Ах ты, сука! Подарочек у него, блядь. Да ёбаный в рот, иди сюда, нахуй, чёрт. Блять, сдохни, сука, ты заколебал уже. Блять, последний остался или нет, нахуй? Сука, какой ты, блять, живучий, черт. Блять, ХП нужно пополнить. Блять, где я, как, где я видел ХП пополнить? А, здесь. Чё, блядь? Сколько у меня гранат, блядь? Я даже не знаю... Не знаю, сколько у меня, блядь, гранат, нахер. Блядь! А
куда идти-то, блядь? Сюда, что ли? Дверька, откройся. Дверка не хочет. Чё, блядь? Это что, блядь, за звук был, нахуй? Кто там дверь выбил, блядь? Вот это, что ли? Чувак, спасибо, ты дверь выбил. Прекрасно. Ну и загрузка. Так. Тут закрыто. Что ты там, блядь, начнешь? Начнет он, блядь. Бля-бля-бля-бля. Что ты там сказал, я даже не понимаю. Придурок. Чё? А, это цветок, по-моему. Лишние патроны не помешают, да? А что здесь? Аптечка. Так, подожди. Что? Или это просто? Это просто, наверное. Да. Человек-паук или кто? А-та-та-та-та-та-та. Мы просто хотели быть собою. Вы не дали нам возможности. Чё? Это... А, ну это мы уже читали, да. Карточки у нас нету, к сожалению. О, какой-то чувак там вышел, походу. А, подожди, я, блядь, могу так сделать. Да ёбаный в рот. За тебя, блядь, я лишние патроны потратил. Да. Ёбаный ты в рот. Да, понятно, тут закрыто будет. Ага, аптечки. Какие-то компы. Отвечает в суде на групповой иск, принимающий какой-то там чё за зам. Ладно, пофиг. Чё, нам наверх, что ли? Да. Судя по всему, наверх, но внизу, по-моему, есть приколюха, да? 6%... А. Серьезно? Я нашел секрет? Прикольно, слушай. Секретик нашел какой-то. Только что он дал? Я не знаю. Стоп. Я не туда пошел. Я не туда пошел. Фрипортская дамба введена в эксплуатацию. Суд рассматривает иски против... то есть против нас, да? Бывает. Чё сказать? Опа! Опа! Все мертвы! Необходимо подкрепление! Чё, блин? А у нас типа... Подожди.
нам типа вылезти вот там нельзя, да? О. Чё, блядь, можно? Секретик? Серьезно? Нифига себе. Воу. Это херня. Это херня. Нифига себе. То есть вот это... Вот этого не было, да? А ну-ка, блядь. Еще один Карлсон лишился... Чего-то там лишился. Где-то еще один черт. Вот я уверен. Че, блядь? Где он там? Карлсон, ты где? О, Карлсон, мой Карлсон. Где он там, блядь? Летает. Карлсон. Ладно, пофиг, пусть там себе летает. Долетается, да? Карлсон, блядь. Который уже не живет на крыше. Так, стоп. А тут надо аккуратно. Получилось, Блейд. Связь восстановлена. Джейси снова с нами. Джейси? Эй, босс. Синтек ставит препоны для каждой попытки запросить эвакуацию. Я пытаюсь взломать их систему и попробовать быть более убедительным. Я сообщу, если что. Окей, чувак, молодец. Точнее, вы все молодцы. Так, подожди. Спрыгнуть лучше отсюда, да? Там есть, конечно, какие-то приколюхи. Опять революция. От слова опять. От слова опять не будет гулять. Так, мы сделаем на этом паузу, ребят. Не прощаемся. Сейчас вернемся. Так. Мы вернулись. Меня опять... Отлёг толчок. Так, сколько мы играем? Час, да? Угу. Не знаю. Некоторые говорят, что... Игра проходится 4-3 часа. Но она правда короткая. Так. Посмотрим, что к чему и почему. Так. Центр связи-то есть, но... Я не вижу пароля, короче. Совсем. Джессика. Эти генераторы, похоже, работают с перегрузками. Чересчур большая мощность для одного танкера. Намек я понял. Да сука. Да ебать вас там. Блять, понятное дело, что не... Вы что там, себя подорвали, долбоеба? Кто там, блять, пытается нахуй стрелять в меня, блять? Да, блядь! Мы заебали. Так, патроны, патроны, патроны. Ага. Патроны мы вроде бы взяли. Правильно?
Так, стоп, а почему у меня ХП не пополнилось? Стоп, у кого-то была ХПшка, да? Чё? А, можно было газом натравить, даже так. Понятно. Ну да. Да, блядь. Так, а то, что подорвал, можно, да? Вроде типа подорвал, да? Ага. Прыгай, блядь. Ёбаный в рот. Давай. Так, подожди, а где тут лестница, блядь? Стоп, блядь, где лестница? Или похуй на лестницу? Да, блядь. В смысле нахуй? Почему я пройти не могу? Ладно, похуй. Да ладно, серьезно, блядь? Серьезно, я тут пройти не могу, блядь. Или могу, подожди. В смысле, нахуй? Мне труба мешает? Бля. Охуенная логика, блядь, игры. Просто обосраться. Да ебаный в рот. Чуваки, сдохните, блядь. Особенно ты, блядь. Блядь! Я понял, откуда он стрелял, сука. Вот и все, блядь. Не дают, блядь, пополнить. Да ёбаный в рот. Кто там еще? Все. Они издеваются, блядь. Чувак. Пора там ныкаться, ёбаный, блядь, этот. Кемпер, блядь. То есть, пока я не выдвинул бы эту панель, они бы, походу, не закончились, да? Или как? Ладно, похер. Не хочу я все это решать. Или думать. Да ёпарас это. Чё, патроны на пистолет типа закончились, что ли, да? Окей. Закончились, так закончились, бля. Благодарочка, блядь. Наконец-то хоть они не закроются, блядь. Так. Что это такое? Блядь, подожди. Вот это что такое? Патроны дробовику, что ли, или что?
11:19, а я сколько водил? Я разве не это водил? А, блин, за... О-ля-ля. О! И кажись, голуби. Прикольно голуби сделаны. На удивление. Здорово, чик-чирик. Блин, в играх голуби, блин, не пугливые нихера. Совсем. Ой, извиняюсь. Беспалевные голуби, блин, тут. А та в жизни, блин. Подожди, а... Может, тут какая-то нычка есть? Нету? Нычки нигде поблизости. А то обычно, когда... Такое делают, какие-то... могли быть нычки. Убила чуваков. Кто там, блядь, еще? Да ёбарыс это, чувак. Сдох? Нет. Давай, блядь. Отлично. Что-то у вас слишком, ребята. Что-то до хера вас стало. Блять, откуда вас столько, а? В смысле, блядь? Откуда их тогда хера, я не пойму, блядь. Что за херня? Не понял ни хера. Чё у вас тогда хера? Ребята, блядь. С нашего двора, блядь. Чё, блядь? Это было. И чё? Охренеть тут трупов, манать копать. А я патроны все собрал? Чё, единственный проход сюда? Отсюда, что ли? Интересно. Все интересней и интересней, да? Так. Сюда вообще?
Оу. Лейн, я как всегда немного впереди. Ты где? Ты на кране. Прыгай в контейнер, я переправлю тебя на другую сторону. Ни хрена ты. Веселая. Чувиха. Ёб твою мать. Мы гоним или нет, блядь? Да, блядь. Пока, чувак, блядь. Чё, не весело вам уже, ребята, да? Так. Да ёб твою мать. Кто там еще, блядь? Да ладно, похер. Ёб твою мать, меня сейчас кокнут, блядь. А я даже не заметил. Пиздец. Чё, нам сюда, что ли, блядь? Чё, блядь, за хуйня? Откуда выстрелы? Блять, сюда? Нихуя себе поворот, блять. Кто, блять, стреляет нахуй? Кто, блять, стрелял нахуй еще? Пиздец. Эй. Ладно, похер. А почему я подумал, что в ту дверь, где которая открывается, а? Или это какая-то плюшка? Чё, блядь? Ну да. Только подумал о плюшке, уже, блядь, плюшка. Логика. Ладно, пофиг. Так. Да, блядь! Да. Не густо, не густо. Где они, блядь? Нахуй пошёл. Лейд, иди в лабораторию ЮФО, а я свяжусь с Джесси. Блядь! Чувак, сдохни, заебал. Блядь, вот они, сука. Первая смерть. Блять, серьезно? Ну окей, блять. Пидоры, блять. В
Вот он. Блейд, иди в лабораторию UFO, и я свяжусь с Джейси. Блять. Чувак, ты меня спалил, как бы. Хуесос. Блять. Кто там обратно меня палит? Чё это, блядь, было? Вы чё там, совсем ебанулись? Ребята, блядь. Чё, тут тоже, блядь, какая-то приколюха? Может быть. Ну. Так, а там мы не пройдем, да? То есть секретушка была только тут, да? Угу. Нихера. Нельзя тут ничего открыть, блядь. Чё, блядь? Сколько? Звоните 23-72. Блять, и чё это дало? Подожди, 11-19, что будет? Спасибо, что позвонили в Крутой Эффект. Если у вас плохая графика, и вам все время приходится снижать настройки, вы выбрали нужное место. Мы специализируемся в улучшении графики для всех возможных нужд. Пожалуйста, подождите для получения помощи или наберите внутренний номер вашего персонального менеджера. Прикольно, прикольно. А 0119, по-моему, то же самое, да? Предстоит большая перевозка. Деньги ваши, грузовики наши. Чё, бля? Понятно. Ну, тут, наверное, некоторые повторяют, да? Всё-таки. Так. Что ли так сделать? Бляха муха, чувак, ты чё? Ты сам си... Он сам тебя подорвал, чувак. Ну, туда тоже можно попасть, нет? Нет, наверное, в пирс нельзя попасть. Нам, наверное, все-таки сюда, да? Подожди. Этот хрен там был. Понятно. А, это вот с той стороны, которые были чуваки, да? Давай, давай, блядь, геройствуй, идиот, блядь. Ты уже, блядь, ты... Блейд, продолжай искать. Вход должен быть где-то недалеко. Я понял. Мать, я понял. Стоп. Блядь. Окей.
Да, блядь! Кого нахуй убил, блядь? Прикрытие, блядь, ему нужно. Чё, блядь, за... хуйня творится, блядь? Чё, блин? А нафиг эту дверь открывать? Просто, блядь, вопрос на логику. И всё? Ну, окей. Это очень-очень странно. Что, реально проходит сюда? Блять, только не говорите, что головоломки, блять, сейчас будут, а? Или это просто, подожди. Вот он, Блейк, отлично. Мне стоило догадаться, что Радек замаскирует вход. Он всегда любил театральные эффекты. Что за театральные эффекты? С чем? Блять! Ребята, вы не даете мне пропердеться даже. Вот честно. Вот эту, что ли, херню? Блин, мне казалось, что там больше чуваков. Да и... лодка, это уже вот эта херня, да? Опа, это что такое, блядь? Чё, блядь? А куда ее вставлять, блядь? Эту штуку. Подожди, блядь. Вот. Я что-то не заметил эту всю херню. Тири-тири-тири-ти. Так. И куда же нам теперь идти? Расскажите, дети, мне. Да ладно, туда мы знаем. Это я так просто выделываюсь. Блейд, будь настороже. Как только ты приберешься в лабораторию, Радек попытается сделать все возможное, чтобы ты не выбрался оттуда живым. Ну да. Встретим этих козлов. Ну вот, я... Блейд, не забывай, что Радек единственный, кто знает, что тебе вкололи. Тебе надо только найти его, а я знаю, как заставить его заговорить. Слушай, да я не сомневался, что ты там, типа, знаешь, как его остановить, там все такое. Ладно, проехали. Не важно. Так, давай перезаписывай. Потом вот так. Угу. Отлично, лишнее сохранение сейчас уберем. В принципе. Вот. Сейчас тогда я вернусь. Не прощаемся, дорогие друзья. С этого момента мы, в принципе, продолжим. Продолжаем, откуда остановились, в принципе. Так что... Пожалуйста, пройдите сканирование. Серьезно? Ух ты! Взгляни на это силовое поле. Оно часть охранной системы CX-37. Крутая штучка для такого места. Взломать ее сложно, но можно. Сложность в том, что лаборатория UFO не имеет выхода в городскую сеть. Тебе придется меня подсоединить. Начинаю. Это не займет много времени. Давай. Твою мать.
должно быть все так просто. Кейси, что ты там делаешь? Его же там убьют. Никак не получается. Все сюда. Дай. Блейд, у меня все готово. Сними модуль взлома, чтобы разорвать связь и отключить силовое поле. Да. Ёба твою мать, а вот это нежданчик. Блять, не вовремя перезагрузка. Давай, давай, открывай, блядь, свою дверь, сука. Мне хпшки нужны, твари. Блять. Босс, погоди. Охранная сеть все еще включена. Неплохо бы тебе ее отключить, если только ты не ловишь кайф от перестрелок с самонаводящимися турелями. Посмотри, нет ли поблизости терминала системы охраны? Турели можно отрубить только с него. Тебя, подожди. ХПшки восполню, чувак. Что? Джесси, прием. Блейд, взгляни на эту консоль. Уверен, что там план всей лаборатории. Чего? Так. Ты не ори. Убирайся из лаборатории. Так, 06:30. Охрана! Не орите, идиоты, блин. Не трогай оборудование. Да, блин. Джессика, прием. Твоя отставка. Я припоминаю, кажется, ты был на испытательном сроке. Сам. Кухня. Убирайся из лаборатории. Чё, кухня только доступна, что ли? А 08-09. И все? Легкие
29.86. А ну-ка. Так. Так. Так, а куда это ведет залупа? Вопрос. Дает, серьезно? Ёпарас это. Ой, блядь. Ёпарас это. Нежданчики я бы им дал вот так вот. Бывает. В принципе. Откуда? Да, ёпарас это. Не знаю, с кем ты там начать собирался, придурок. Да. Здесь вроде бы ничего нету, да? Значит, нам по сути прыгать сюда. Я правильно логически рассуждаю, да? Походу, что да. Так, куда это ведет? Да типа мы в подводке уже, да? Значит так, Блейд, мы в заднице. Синтак заявил о том, что это их внутреннее дело. Короче, эвакуация нам не светит, не сейчас, по крайней мере. Да это я уже понял, как бы. Вопрос в другом. Куда нам отправляться, блин? Сюда? Хорошо, куда это ведет? Да ёпарас, это вы достали, чуваки! Кто вы такие? Зачем вы тут? Хрен его знает. Ну-ка, подожди. Здесь патрончики нужны. Угу. Так. То есть что, турели никто не отключал, мать твою, да? Ладно.
Не отключали, так не отключали. Пофиг. И первый раз в такой жопе, да? Ему не зашло здесь не пройти. Передайте Радугу, что коп у нас в кармане. Вас понял. Так. Ха-ха-ха. Так, подожди, а если мы разрушим? Здесь. Джессика. Похоже, ты нашел синтезаторный цех. Я слышала, что кристаллический бензоклоатрилит разжижается только при сверхвысоких температурах. Так, подожди, а это куда ведет? Там тупик? Блядь! Я чё, блядь, зря турель разъебал? Пиздец. Так нечестно, блядь. О, ладно. Чё делать, блядь? Чё, блядь? Валим. Чего? Так, мне одному кажется, что тут какой-то трэш начнется. Подкрепление, блять, им нужно. Хотите изучить иностранный язык, но вы постоянно заняты и у вас нет времени? Или вас достали все эти глаголы, матроны и другая фигня? Тогда корпорация Тупица то, что вам надо. Мы специализируемся на обучении иностранным языкам Тупиц. Так. Окей, хпшку мы подняли. Так. Окей. Так. Что, наверх? Вижу цель. Отряд, подтвердите. Может быть. Так. Так. Блейд, ты возле стерилизационной камеры UFO. Если не хочешь зажариться живьем, прежде чем добежишь до противоположного выхода, тебе придется отключить нагревательные элементы. Ноль. 6:30, ну подожди. Способ отключить нагреватели. Шевелись, босс. Температура снова поднимается. Если замешкаешься, сгоришь заживо. Ни хрена себе. Жестко.
Так, подожди, куда дальше? Чего, блин? Подняться? А как я, блядь, поднимусь? Подожди. А, стоп, подожди. Да, блин. Да ёбаный в рот. Давай. Тупая физика, блин. Ай, блядь, по этим балкам, вы серьезно, блядь. Ёбаный в рот. Так, ну тут... Да ёб твою мать, чё я перебегаю постоянно, ёбаный в рот. Да... Блядь. Пиздец, то не добегаю, то перепрыгиваю, сука. Вы чё, блядь, долбанутые, что ли, блядь? Блять, я понял, походу, как. Блять. Ну, наконец-то, блять. Чё, блять? Вы серьезно? То есть я должен был за время, блять, успеть? Пиздец. Отступаем. Пошел в жопу, мана. Чего? Где там еще один урод был? И где ты, и где вы там были, бля? Что-то я никого там ваш уродов не заметил. И где ты, блядь? Я так и знал, что вы внизу, твари. Недобитые. Ладно, окей. Так. Нам сюда, что ли? Ну да. А, я думал, надо нажать, так надо еще и удерживать. Опа, раз это. Да. Эти сделали, блять, походу. Пока, придурки.
Приятно было познакомиться, блин. Чё, теперь только с той стороны, что ли, можно это? Ну ладно. Стой так стой. Твою мать. Да ебача. Буча Люся, а. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я ничего из-за вас, уродов, не вижу. Не вижу, блядь. Стали, блин, гранаты кидать. Эй, Джессика. Ты только взгляни на это. Сколько же UFO они произвели? Да хрен его знает сколько. Так. Да достали, блядь. Крепление им, блядь, нужно. Серьезно? Пиздец. Ну ладно, хотя жизнь и так. Где? Где этот, блядь, олень? Сдохни, сука. У меня и так КП, блять, мало из-за вас. Пиздец. Блять, а как поменять? Короче, никак, да? Ладно, хотя бы так. Меньше, но хотя бы так. Да. Так. Лишние патроны никогда не бывают, как говорится, да, в природе. Хо. О, какие-то приколюхи. Мы взяли, по крайней мере, какие-то.
Чего? Что-то мне не кажется, что... Что-то тут будет... Аптечки есть, не только аптечки. Чё? Какого чёрта ты здесь делаешь? Джессика, я знаю, ты там. Блейд, это то, что я думаю? Они ставят опыты на мутантах? Это стерильная комната, правильно? Как ты только сюда пробрался? Опа. Симпатяшки. Ага. Такие у них морды, что капец. Это коп! Нарушитель в главной лаборатории. Фу. Охрана! Да. Кто ты? Голодные эти, блин, студенты. Эй, тебе сюда нельзя. У него пушка. Да не орите. Не орите вы, блядь. Подожди, стоп. Что ты здесь делаешь? Дайте мне взять хпшки, блядь. Ой, блядь. Одну разбил, нахуй. Да вы, блядь, чё, ебанулись? Я представить хочу. Блядь, наконец-то. Вдруг это, блядь, ебатня на меня нападет. А вы тут, блядь, хуйней страдаете, блядь. Долбоёбы, нахуй. Так, подожди. Ага. Тут закрыто, блядь. Что еще за... Блэйд! Он тут! Он... Ты сократишь питание боксов! Стой! О, черт! Они выбрались! Болень, а! Короче, сейчас трэш начнется, да? Цель замечена, переходим к нейтрализации. Арх, 13. Еще одно силовое поле. Попробуй поискать панель управления. Да-да-да, подожди. Да нет. Начинаю. Дай мне минуту. Чего, блядь? Нахер пошел. Я тоже могу гранаты кидать, долбоеб. Идиота куска. Блядь. Хренов придурок, блядь. Да блядь. Съебись отсюда. Пол дела сделано, босс. Ну, сделано так сделано. Я-то чё, блядь. Начнём, да. Ой, блядь, быстрее. О, блядь.
и чё? Чё за хуйня, алё? Ну и чё, блядь, теперь вы постоянно будете тут? Блядь, чё так долго? Не понял. И... Готово. Я сделал, босс. Сними модуль взлома, и силовое поле отключится. Окей, окей. А дальше-то, блять, куда? Найди способ открыть эти грузовые люки. Да, блять! Сволочь тупая. Да, для тебя не конец, я знаю, придурок. А, 100%, так, стоп. А, что за японская херня? А, 0906, и что это значит? Да, блядь! Для получения 0828. Сейчас я запишу, это забуду. 0828, да? 0828 и 0906. 0906. Если, конечно, это действенные пароли. Так, смотри еще. Где я открыл, блин, для чего? Ёб твою мать. Чё это нам дало? Чё, блядь? Я так понимаю, что эта херня должна проломить, да? Ну давай. Погнали, ебать. Ой, блядь. Окей. Ёбаный рот. Джессика, ответь. Вот где скрывается этот ублюдок. Не дай ему сбежать, Блейк. Ой, блядь. Сука. Ой, а чё меня прям штырит, блядь. Ёбаный в рот. Что ебануться? Что за дичь происходит? А, подожди.
чё, блядь? Кого перемещать-то нахрен? Стоп. Так, подожди, вопрос в другом. Нахуя мы эту хуйню поворачиваем? Так. Ага. Подожди. Угу. Подожди, мы должны ее опустить вот куда, к этой херне, блядь, я понял. Пиздец, я не сразу допер. Подожди, разверни ее, допустим. Так, допустим. Нам надо ее как-то вот так, потом вот так. Стоп, почему он так вот поднял? Блять, стоп, подожди, еще чуть-чуть, уже совсем слегка, да, по-моему, надо. Так, примерно, я думаю, и... Это понятно, а как можно... И чё? Ой, блядь, почти! Ещё чуть-чуть оставалось, да? Ещё чуть-чуть. По сути... Так, это значит, по-моему... Подожди. И, наверное... подожди. Ой, блядь. Подожди, а мы разгонимся здесь? Это понятно. Ну, ой, блядь. Стоп, а обязательно... Блядь. Так, подожди. А если мы эту приколюху сделаем, у нас получится? Подожди. Мне просто в теории интересно, какая приколюха сработала? Блей, не могу.
Могу сказать, что удивлен твоим появлением, она меня предупредила. Но мне все равно не верится. Я думал, ты гораздо умнее. Но ты и представления не имеешь о том, что и для чего мы здесь делаем. Дело не во мне, и не в тебе, а во власти. Власть всему причиной. Ты пришел за этим, за ответами, надеждой. Ты пришел не по адресу, Блэйд. Не представляю, что на тебе вколола, но я знаю, что вот это... Это будущее. Я видел его могущество, Блэйд. Если она вколола тебе это, то я почти завидую тому, во что ты превратишься. Почти. Приготовьте субмарину. Это еще не конец, Блэйд. Поверь мне, ничего не хочется так сильно, как завершить начатое тобой. Но моя работа здесь окончена, и у меня есть более важные дела. Только между нами. Надеюсь, ты найдешь, что ищешь. И можешь мне поверить, мы обязательно еще встретимся, если ты переживешь то, что приготовила для тебя Алексис. Ясненько. Снова видеть тебя. Хотя тебе понадобилось больше времени, чем я ожидала. Ты меня разочаровал. Мне надо, чтобы ты кое-что понял. У меня... Так, подожди секундочку, дамочка. Есть планы на этот город, и у меня есть мечта. И Радуг помогает ее осуществить. Я не позволю тебе остановить меня. О, Джон, что случилось? Боишься? Испугался того, что течет в твоих жилах? Опять ты меня разочаровываешь. Я думала, мы понимаем друг друга. Я не вводила тебе мутаген, Блэйд. Это слишком примитивно. Да и не уверена, что ты выдержал бы его последствия. Я сделала тебе один очень особенный подарок, Блэйд. Катализатор, разработанный мною лично. Когда ты раскроешь весь свой потенциал, ты наконец-то поймешь, что я делаю для всего мира. О, Джон, не будь таким мрачным. Я могу показать тебе твое будущее. Дать отведать того могущества, которое ты обретешь. И совсем не обязательно было крушить все без разбора в своем стремлении к нему. Ты бы и так его получил. Прикольная картина. Так. Так. А вот здесь жопа начнется, да? Ну да. Сейчас жопа начнется. Эй, босс, скоро у тебя станет жарко. Только что запустилась система самоуничтожения. Вся лаборатория взлетит на воздух. Ну то... тогда валим нахер. Раз все нахер взлетит. Сюда, походу. Ух ты, бля. О! Здорово. Блять. Это были довольно жесткие, блять. Да, блядь. Молить, блядь. Да. Сука. Молите нахуй отсюда. Блядь. Ёбаная другая версия, блядь, в Артигон там, блядь. Бляха, муха, вы чё, блядь? Ух ты нахуй. Да, блядь.
Я за тебя, блядь, промахнулся, ты олень. Пиздец. Да, блядь. Может, ты сдохнешь, не? Чувак, блядь. Блядь, а куда же валить? На второй этаж, нахуй, что ли, или куда? Короче, похер. Валим, куда, блядь, получится. Ёбаный рот. Да, блядь. Пиздец. Сейчас пиздарики могут, блядь, наступить. Да бляха, муха. Да блядь, сдохни. Мы немножечко, блядь, как бы заебали. Ребята. Пиздец. Это просто здорово, Блейд. Я перехватила еще одно сообщение. Они только что перекрыли главные входы. Надеются, что это тебя задержит. Эти наемники просто не знают, что их ожидает. Как бы, блядь, я это уже понял. Что они, блядь, не ожидают. Пешки нужны, блядь. Давай, пополняй. Да, такое себе. Пиздец. Просто валим. Да блять, сука. Клюющая хуйня, блять. Пиздец. Чего, блять? Блять! Блять! Нахуй пошел. Олень. Да, стрёмненько, блять. Так, стоп. Что, обязательно вниз ебо? Понятно, обязательно вниз ебо. Ебо, ебонько, да? Блять, три хела, блять, израсходовал из этого говнюка, блять. Вы закончитесь, блять, нет? Или вас там дохуя нахуй? Это такая музыка нахуй, блять. Раз, два. 4-5. Начинаю вас ебать. О, блядь. Так. Понятно, что нихуя ничего не понятно, да? Так, там кого-то чпокают. И чпокают, видимо, хорошо, да? Окей. А, это банка. Бан? Блять. В смысле нахуй? Какой, блять, урон от падения? Вы чё, ебанулись?
Блять. Я чё, из-за этого... Блять, ведра нахуй, что ли, сдох? Чуть не сдох, блять. Пиздец. Да, ведра в играх опасны, блять, для здоровья, блять. Пиздец. Просто пиздец, блять. Чпоканье, блять. Ну давай, блять, давай нахуй. Попробуй что-то сделать, ублюдок. Так. Чё? Джейси, ты там? Блейд, я отмечаю электромагнитные и сейсмические аномалии. Похоже, что эта штука уже начала тонуть. Теперь только вперед. Так. Ух, ебать. Блять. Не вовремя, блять. Перезарядка, блять. Блейд, давай выбирайся из туннелей. Я подберу тебя на другой стороне. На, нахуй. Ой, блядь. Дружок, блядь, а не пошел бы ты. Нахуй, короче. Вот. Давайте, блядь. Блядь, ёбаные макаки, нахуй. О-о-о, макарена. Так, стоп. А куда, блядь, дальше, нахуй? По трубам? По... Блядь. Чё, блядь, вы выёбываетесь, блядь? Блядь. Сучка тупая. Тупые сучки. Блять. Контрольный выстрел, сучара, блять. Специально для тебя, пидораска. Давно я это слово забывал. Так. Мне показалось, или был голос Бурунова у врагов? Да. Чё, блядь? Серьёзно? По трубам ебашить? Оу. Блядь. А как-то... Как-то охуеть как-то, блядь. Подожди. Нахуй пошел. Пятючок, блядь. Ууа. Чё, блядь? Блядский пиздец. Чё, блядь? Чё, секрет? Чё за... Не, мне натуре показалось, что там, блядь, секрет. Ой, блядь. Я сорвался. Это потому, что вы, суки, виноваты, блядь.
Да хули ты пиздишь? Олень, блять, я говорю, ж вы виноваты, блять. Нихуя ты прыгун, блять. Тебе бы только, блять, в Олимпиаде, блять, участвовать, олень. Так. Хотя хотел сказать, что олени не участвуют в Олимпиадах, ну да ладно. Суть всей фишки мы не потеряли. Блять. Что, только туда, что ли, забираться, блять? Или туда нельзя тоже, блять? Или можно? Подожди. Да сдохни ты, блять. Стоп. То есть, а мы туда не забирались бы, да? Вторую местность, бля. Бля. Привет, блядь. Да, блядь, сука. Блядь, малые. Пиздюки, вы меня заебали. И чё, блядь, дальше? В натуре, блядь, а чё, блядь, дальше? Чё, блядь? Так, мне одному кажется, что надо сделать вот так. Серьезно? То есть нам было... Чё, бля? Нахуй пошел. Блядь! Сука! Мразь тупая! Я из-за тебя, блядь, потратил, нахуй. Патрон, блядь. Петушок, блядь. Фух, какие же тут напрягающие, блядь, моменты, нахуй. Это просто пиздец. Что возьми, блядь? Куда ты там съебалась? Возьми что? А, ты мне про автомат, блядь. Пополняем жизньку, пополняем жизньку. Шик. Чё, блядь, это? А, это разрушается как раз, да? Угу. Да, что-то мне не нравится это место, блять.
тут, скорее всего, какой-то пиздец начнется. Уверен на 100%, блядь. Что начнется какой-то пиздец. Так, это ненужное сохранение. Способностью содержат антиген. Это должно их остановить. Ой, блядь. Ой, пиздец. Нихуя себе. Ты чё, блядь, олень? Охуевший. Валим, блядь. Давай, блядь. Ой, блядь. Нахуй пошел, блядь. Блядь, да ты не туда этим шаром стрелял, сука. Ты чё, блядь, зря патроны проебал, а? Ой, блядь. Блять, не по мне ты ебашь, сука. Пиздец, как это проходить? Тебя бахаю просто. Пиздец. Блэйд, попробуй дуак режим стрельбы Магнума. Эти патроны обладают большей проникающей способностью и содержат антиген. Это должно их остановить. Пиздец. Нет у меня, блядь, больше патронов, блядь. Да сдохни ты, сука, блядь. Олень ты ёбаный. Нахуй. Так, стоп, его надо, по-моему, разозлить, да, блядь? Блять, так нахуй все сломаешь, блять. Ты в курсе, блять, олень? Нахуй пошел. Блять. Бляха, муха. Блять. Пиздец. Да пиздец, ну как это проходить, блядь? Я вообще, блядь, не ебу, как эту хуйню проходить. Пиздец, блядь. Ой, попробуй дуак режим стрельбы Магнума. Эти патроны обладают большей проникающей способностью и содержат антиген. Это должно их остановить. Да, блядь, я понял. Он пригибается, этот олень, блядь. Да ёбаный в рот. Блядь, конечно, нахуй.
да ебать, мне... Ебать. Я в ахуе. Вообще, это вариант пройти, блядь, без кодов? Я что-то, блядь... Сомневаюсь, блядь. Блэйд, попробуй дурак режим стрельбы Магнума. Эти патроны обладают большей проникающей способностью и содержат антиген. Антиген, блядь, содержит. Антиген, блядь, содержит. Да ёбаный в рот. Хватит на меня рычать, сука. Пиздец, ему похуй. Ну реально, блядь, похуй. Ебать. Всё нахуй, блядь, сейчас пизда мне будет. Пиздец. Вы серьезно? У меня, блядь, патроны нахуй заканчиваются, и все заканчивается нахуй. Я, блядь, для прикола попробую, блядь, одну хуйню ввести и посмотрю, как все это закончится, блядь. Как это, блядь, проходить, когда, блядь, патронов мало, блядь, и все нахуй. Вот как это, блядь, проходить? Все, блядь, нахуй. Он даже, блядь, по-моему, не пробивает эту. Просто похуй. Так, подожди. Импульс 101. Блять, да пошел ты нахуй. Ну вообще похуй. Пиздец, что это за уровень нахуй? Что, блять? Че, блять? А эти тут при чем, блять? Нихуя не пойму, блять. Блять, такое чувство, как будто это заскриптовано, блять. Да, блять, ну, давай. Злись ты, я не знаю, блять. Хули ты выебываешься, я не пойму, блять. Ну, вообще похуй. Пиздец, у меня, блять, все нахуй закончилось, даже, блять. Не успела начаться, блядь. Слушай. Чё, блядь, всё, что ли? Ебать копать. Чё, блядь? Ребята, вы в порядке, нет? Ну, окей. Да, это было тупо пиздец. Короче... Его броня, блядь, надо было маневрировать, что ли. Что-то такое, блядь, хуй его знает, короче. Мне показалось сначала, что там с чуваком что-то было. Нахуй идите, блядь, заебали. Да, была бы тупая смерть. А, блядь, опять перезарядка. Ёбаный в рот. Чё за херня?
Джессика, ответь. Нет, ты только взгляни на это. Башня превосходства. Даже здания Синтек не обделены самомнением. Интересно. Или здесь лучше будет? Ладно, сделаю так и так, блядь. Тут что? Тоже какая-то трешня произойдет? Хер его знает, блядь. Что тут произойдет? Так какого хера, блядь? Ладно, не, блядь, выполняют. Да, блядь! Пиздец, они реально заебали. Да, они бы меня точно кикнули. Столько хп, блядь. Это пиздец. Да! Так, у кого там хп было? У этого, по-моему, да. Не густо. Не густо. Да, блядь! Эй, Блейд, я прямо над тобой. В смысле, ты надо мной? Чё это за хуйня? И как ты с этой хуйней сражаться будешь, вопрос, алло? Чё, блядь? Не зевай, нам надо спешить, если мы хотим поймать этого ублюдка. Блять, я понимаю. Ладно, ладно, не пизди. Должен быть где-то рядом. Нам надо открыть ворота, чтобы проехать дальше. Да, окей. Интересно. Чё? А, уже была. Так, а чё тут у нас? Ничего? А-а, походу, да? Пам-пам-пам-пам-пам. Чё, блядь? Спрятали все-таки, да? Так, это можно отключить. Так, двери я вроде как открыл, да? Такс. Не загрузить, сохранить, блядь. Вот.
Вот. Что, сохранилось? Так, погоню можно удалить. Эту, наверное, тоже. Блин. А, извините, блин, зима. Чем будет тяжело это. Короче, вы поняли. Так. Погнали, чё? Наверное, уже скоро конец. Да, некоторые моменты прям Half-Life сильно напоминают. Черт, они нас ждали. Держись, Блейд. Что ты задумала, Желторотая? Тут не о чем думать, Скиф. Пора уже действовать. Нет, Джессика, не надо! Подумай о том, что... Нехуй терять, Блейд. Короче. Блейд, давай же, очнись! Это здание Синтек. Враги повсюду. Нам надо наверх. Радок, скорее всего, спрятался на крыше. Это в его стиле. Я понял. Так. Блядь. Укройся. Вижу цель. Ух ты, нахуй. Ёбаный рот. Отступай. Так, а вот тут, скорее всего, конец уже почти. Так. Эй, я просмотрел планы этого здания. Ты не поверишь, какой у них толстый канал. Двойной оптоволоконный кабель Т-8. Давай к делу, Джейси. Я хочу сказать, что для обслуживания таких громадных потоков информации у них в этом здании должен быть отдельный ГВЦ. Главный вычислительный центр, ГВЦ. Они там хранят что-то очень большое и важное. Банк данных. Если мы туда проникнем, то сможем найти доказательства связи Радока с этой сукой. Рад, что до тебя наконец дошло. Если доберешься до ГВЦ и подключишь меня, то я выкачу и все, что у них там есть. Поняла, Скиф. Мы найдем его. Что тут? Разве нам сюда или... Так, что там за номер был? 0. Блять, а как удалить? Так, 0828, да? Hello, and welcome to Pipes and Crates Incorporated. Where do you need a crate today? For company directory, press 1. For list of crate models, press 2. For list of barrel models, press 3. For store hours and directions, press 4. For delivery options, press 5. If you are currently in a firefight and need our express delivery service, please hold for the next available customer representative. 06, по-моему. Любите вечеринки? Тогда клуб Окси просто создан для вас. Пати начинается в 9 вечера. Разрешен вход только лицам старше 18. Музыкальная поддержка Пайпбит, приглашенный гость Ашри. Ашри. Так. Ничего, больше ничего прикольного мы не нашли. Это что за хуйня была? А,
Типа оружки у него не было, да? Ёбаный в рот. Блять, ну то, что солдат, это, конечно, уже пиздец. Внимание, они идут! Ух ты, блядь. Наступают! Нахрена, блядь, они дерзкие, нахуй. Стали. Вон они. Блейд, Радок не сидит на месте. Да бля. Ну, проползи, я-то чё. Иди, Блейд, я свяжусь с тобой, как только возьму пилинг на Радока. Давай. А я, как обычно, в одиночку. Чё, блядь? Ты чё, блядь, охуел, парень? Пиздец. Да. Да, места тут некоторые красивые все-таки. Не пойму, откуда вы снизу тут появляетесь? Если я уже тут был, блядь. Бать, это пулеметчик, блядь. Ебать, жестко он съедает из-за пулемета, блядь. А, это машина, ебаный рот. Интересно. Девки пляшут. Так, что за... К этому, наверное. К этому какого? Дробовику, да? Какие у меня подозрения. Это, блядь, еще что за хуйня? Новая к тому же, блядь. Давай, блядь. Опа, нахуй, опа, нахуй. Че, блядь, не ожидал, нахуй, пулеметчик, блядь. Опа, нахуй, опа, нахуй. Ой, блядь. На. На. Да ебаный ты олень. На! На! Ебать, ее не жгут просто. Там аптечку я проебал. Какой же я придурок, нахуй. Так. Соточку чисто набили.
Так. Опа-на. В смысле? Это мы взяли или проебали? Ладно. Я не буду говорить, на что это похоже. Я думаю, вы знаете, про что я. Так. Погнали. Так, стоп, подожди, а там же аптечка, да? Вот это. А, надо ее сюда притащить. Так. Нарушитель мобилизован. Зачистка зоны. Блять, парень, отдохни. Хули ты мне ящик кидаешь? Олень! Оу. Ой, блядь. Не смешно. Точнее, смешно, а потом... Надо было добить эту хуйню. В натуре. Так. Посмеялись. И... Засмеялись, да? Так. Так. О, блядь. О, блядь. Нихуя себе. Я-то тут при чем, блядь? О, блядь. Я ни в чем не виноват. Да-да-да. Мы тоже вас в кавычках любим. Ой, блядь! Это неудивительно. Прости, братан. Но ты не вписываешься в наш стрим. Да. Ой, блядь, что-то вас дохуя, блядь. Так. Ебать, нихуя себе. Он, блядь, выжил от... Ты серьезно, бой? Нихуя себе, ты мне 6 хэлла поставил, блядь. Спасибо, нахуй. Ебать, он выжил, блядь, я в ахуе. А меня это смущает, вот эта хуйня. Если эта хуйня есть, значит ее надо куда-то. Куда-то, блядь, ставить, блядь! Нихуя себе, блядь! Я не сомневаюсь. Где ты, блядь? Ну давай. Пошел нахуй! Пиздюк. О-хо-хо-хо. Насколько я вижу, он не заблокирован, а просто сломался. Наверное, предохранитель. Придется поискать замену. Босс, здесь где-то должен быть исправный предохранитель. Если найдешь его, то сможешь открыть дверь. Ты такой предсказуемый, блядь, пиздец. Я как бы уже в курсе, блядь. Я так и знал, я уже говорил перед этим, блядь. Извини, босс, но этот они тоже спалили. Чё, блядь? И... В смысле спали? Этот сгорел, босс. Ладно. Где ж они его, блядь, спрятали? Пиздец.
У-ху-ху-ху. Хватит рычать. Погоди, этот подойдет. Мы нашли его, босс. Блять! Три хелса, вы серьезно? Пиздец. Ебать копать, чё за хуйня творится вообще, блядь? Серьезно, блядь, все нахуй. 44 хелса, блядь. Погоди, этот подойдет. Мы нашли его, босс. Погоди, этот подойдет. Мы нашли его, босс. Ага. Окей. Тут тоже ждет какой-то трэш, да? Трэш на трэше просто, блядь. И за... Так. Окей. Да, блядь! Как, вот как ее поменять? Там же как-то... Блядь, опять дали самотык. Блядь. Пиздец, только так использовать? Вы серьезно? Бля... Ну так, так, блядь. Сами заставляют так пользоваться, блядь. А, блядь, почти, сука, вы издеваетесь. Пиздец. Подожди. А. Окей. Так. Чё, блядь? Чего? Что это за... Я так понимаю, что нам на второй этаж подняться, да? У меня контакт, все сюда! Тяжелые уровни. Ой, блядь, что же такое? Пиздец, как это отключить? Вопрос, блядь.
Он ебашит, как этот, блядь. Ага, я хотел узнать, что там за карта от персонажа сейчас. Бля, помуха, да вы издеваетесь, еще хуже, как в прошлый раз, блядь. В смысле, блядь? Может, ты прокомментируешь про эту подлодку, а? Прокомментируй. Про подлодку, пожалуйста. Какой-то пиздец, вот честно. Пробуем еще раз. Так, я лучше здесь сохранюсь. Джессика, я знаю, ты там. Это невероятно! Блейд, у Радека есть своя собственная подлодка. Я хочу сменить работу. Все. Тоже мне комментарий, блин. Эй, Джессика. О, да ладно тебе, Блейд. Не такая уж она и сексуальная. Это типа чё? Понятно, это нам ничего не дало, да? Ладно, попробуем... немножко проще пройти. И где там этот петух был, который якобы был на втором этаже? Я что-то... Чё, блядь? А, это назад? Странно, что она светится. Да. Очень странно. Бинго! Да ёб твою мать. Странно.
что она светится. Так. Можно и тут скрин сделать. Так. Понятно, закрыто. Закрыто. Извиняюсь, что-то отрыжка мне завтра. Отрыжки, привет. Так. Замедленные съемки. Мы идем к съемке. Так. Замедленной съемки. Мы идем к съемке. Это была шутка. Это была... Так, стоп. А, понятно. Я вспомнил, куда нам дальше идти. Так. Это я всего лишь... Чё, блядь? Такая тишина, блядь. Как на кладбище, блядь. Как будто... Кому-то. Рада снова тебя видеть, Блэйд. Я уж думала, ты забыла обо мне. Ты тебя, блядь, забудешь. Ты еще та. Да-да-да, привет. Она смотрит, блять, хер зафиксируешь ее ебало. Так, чё, блять? Блять, опять она орёт. Какой как он там пошёл? Ты не перестаешь удивлять. Ну и как тебе ощущение неудержимой ярости? Ты уже чувствуешь? Принял ли то, чем ты становишься? Эй, ты, сука, почему бы тебе не подлечиться? Что сможешь уйти отсюда. Но что насчет твоей подопечной? Ты думаешь, она подходит для такого дела? Ой, еще как подхожу, ты порочная продажная тварь. Убить их. Вы нарушили пункт правил суда. Она нас поймала. 6, 3, 9, 5, они наступают со всех сторон. Блейд, надо найти выход. Ага, лифт блокирован. Круто. Здорово. Опа-на, а тут сразу сдох. Ёбаный в рот. Укройся. А я, блядь, что, не стараюсь укрываться, блядь, ёбаный в рот. Отличненько, блядь. Ты, блядь, воя. Блядь, а вы не охуели? Блядь. Нахуй. Нахуй пошел. О, бля. Так.
я просто тут прячусь, блядь. Что ты за мной повторяешь, блядь? Так, стоп. Чего, блядь? Так. Забираем приколюшки всякие. Конечно, их не так много, как бы я хотел. Этих всех, всех приколюшек. Так, стоп, подожди. Лифт блокирован. Да, блядь! Так, откуда мы пришли? Чего, блядь? Они двери тут выломали? Кто там, блядь, стреляет? А, на втором, блядь, этаже. Стоп. Так, подожди. Да я понял, что ты двери можешь открывать. Блядь. Ёбан. Блядь, это заебали, пулеметчики, блядь. Хуевая. Пиздец. Выносим их. Сопротивление будет подавлено. Недопустимо проявление личных симпатий, содержащихся в изоляторах. Блять. Хуя себе тут повороты, блядь. Так, что-то я ничего не поймал. Куда дальше-то? Там, блядь, шагать. Не понял ни хрена, блядь. Так, стоп. Мы идем на второй этаж. Чё, блядь? А я... Блять! Да ёб твою! Да блять! Заебали! Укройся! Ебать, тут реакция нужна, я хуею! Чё, блядь? Пиздец. Чё, блядь, сюда, что ли, или куда? А можно, пожалуйста, спросить, а куда пиздовать, не? Не вариант? Типа сюда? Да, пиздец. Джессика, прием! В смысле? Что это такое? Был... Чего, блядь? А это тут при чем, блядь? Опа-на. Человек прятался в кустах. Чё, посрал? Посрать решил человек. Так. Это я понял.
Что, только тут два досье, да? Про Блейда что-то. Недопустимо проявление личных симпатий, содержащихся в изоляторах. И все? Это мы обходим, значит нам туда, да? Да, пиздец. Любая инициатива будет немедленно пресекаться. Ладно, пробуем пройти дальше, наверное. Это ж не назад или назад? Так, стоп. Кажись, не назад. Не. Так. Понятно. Это должно быть он. Главный вычислительный центр. Мы нашли его, Блейк. Так. Отлично. Подключай меня, и я начну скачивать их. Секундочку, я перехватил передачу. Синтек вызвал вертолет, и Радек не заставит себя ждать. У него с собой образец мутагена. Блейд, ты должен его остановить. Я буду передавать умнику данные, а ты не дай сбежать Радеку. Подожди, Блейд. Кажется, я смогу отсюда разблокировать лифты. Я догоню тебя, как только закончу с сервером. Не дай ему уйти, Блей. Если он сбежит с этим мутагеном... В общем, догони его. Ты в порядке, Блей? Да. Чего, блядь? А куда мне идти, блядь? Сюда? Чего, блядь? Тут закрыто, нахуй. Какого хера? Воспользуйтесь услугами скоростных лифтов башни превосходства. Я, блядь, откуда знаю, какой этаж, блядь. Ух ты ж, блядь, нихуя себе. Прикольный вид. Вот и скрины делаются. Так, а какой этаж нужен? 25-й? Что за... Пока! Бляха-муха. Жесткий самолет. И входом на этаж номер 25. Да, это если мне надо в 25 этаж. А я не знаю, надо мне в 25 этаж. Или нет. Чё, блядь? Я чё, пошёл зря в 25 этаж? Чё за пиздец? А куда надо тогда? Ну, давай 24-й, блядь. Входом на этаж номер 24. Опа-на. Босс, загрузка прервалась. Я думаю, что-то случилось. Окей, окей. Так. Стоп. Блядь. Понятно. Если есть какой-то пиздец, значит что-то молодец, да? Так. Воу.
Тут даже, блядь, прикольней. Так, подожди. Ёбаный в рот. Трэш, блядь. Пиздец. Ух, нихуя себе. Хуже то, что я не могу связаться с Джессикой. У нас проблемы. Ищи Радека, Блейд. Я буду продолжать вызывать Джессику. Это что, блядь? Еще хуже то, что я не могу связаться с Джессикой. У нас проблемы. Ищи Радека, Блейд. Я буду продолжать вызывать Джессику. Да, окей, окей, не орите там. Да, блядь. Да, наверное, тут как-то управление странно, блядь, себя ведет. Да, блядь! Пока, чувак. Чего, блядь? Блять, выебываться. Не выебывайся, блять. Так, подожди, а что с этой... Чего, блять? Нельзя, типа, ничего сделать? Вопрос, а нахера тогда... Мы переш... Чего, блять? Сюда, что ли? Ёбаный в рот. Чёрт, блядь. Чёрт, блядь. О, блядь, опять эти... залупы. Ух ты, нахуй. Я колдую. Блядь, 9 хелсов, это пиздец. Это сразу смерть, блядь. Как я и предполагал. Так, тогда временно пополню ХП, потом мне, блядь, пиздец будет. 19 хелов, да я и так бы сдох. Так. Чё, блядь? Понятно, там было закрыто, нахуй. Бля, прикольные птицы. Местами, блядь. Так, стоп. Подожди, а... Типа сюда или куда? Походу, что да. Так. Понятно. Иногда понятно, что нихуя... Нихуя ничего не... Да, блядь! Лови, блядь! Ты думал, что ты убежишь от моего возмездия? Когда ты думал, ты не думал. Да, жопа. Чё, блядь? А как это... А как это... Получить, блядь? Да. 88% для меня. Так.
Ладно, я думаю, здесь сделаю паузу. Так что не прощаемся, дорогие дамы и господа. Ну что, ребят, продолжаем дрочиться. Да. Я уже запутался, блядь, что делать. А, я, по-моему, вспомнил. Чё? Ты назад вернулся, да, походу? Ну да. Ты разве сюда? Чё? Так, у меня глюки, или я не знаю, что делать? Получается. Умно. Так, стоп, а что это надо? Что за... Так, стоп. А с какой стороны, значит, идти-то? Блять, они похожи эти. Как его? Места похожи. Ёбаный в рот. На верхушку. Так, блядь. Пока, блядь. Передавай привет Карлсону. Да. О, щит. Да. Да, блядь. Ой, блядь. Так. Много тупичков. Да. Так. Ничего особенного у нас пока что нет. Чё? Опустите оружие, полковник. Мы же не хотим неприятностей. Ты меня достал своей настырностью. И чего ты добился? Спёр немного информации. Для расшифровки вам потребуются месяцы. Уничтожил лабораторию. Ха! Да у меня их 5 штук, Блейд. Война. Вот единственное, чего ты добился. Надеюсь, ты осознаешь последствия своих поступков, Блейд. Надеюсь, ты готов заплатить достойную цену. Радок, перестань. Ты ведешь себя грубо. Не сейчас, Алексис. Как ты не понимаешь? Джон так старался попасть сюда. Он уже стольким пожертвовал. Просто дай ему то, что он хочет. Как скажешь. Вот, Блейд. Получай! Займи мне место в аду, Блейд!
Так. В смысле я косил, блядь? Так. Ебать они живучие, блядь, эти пулеметчики, блядь. О, блядь. Мне чё, блядь, перепрыгивать? Типа просто тупо... Чё, блядь? Серьёзно? А чё, блядь, дальше? Серьёзно, блядь, по этой хуйне? Съебаемся. Да съеб. Чего, блять? А куда нам? А наверх? Опять этот хрен, блять. Прекрасно, блять. Ой, блять, у меня аж все троит нахуй из-за этого дебила. Два дебила — это сила. Блять! Блять, ёбаный ты олень! В смысле нахуй? Не понял, блять. А что его разрушать должно? Точнее, что он должен разрушить? Две башни, что ли, блядь? Или чё? Или чё, блядь? Я что-то не могу понять. Он должен расхуячить антенну или чё? Или вот эти энергощиты, блядь? Давай, блядь, хреначь ты, блядь, что ты можешь-то? Хреначить, блядь. Что-то мне кажется, вряд ли он расхерачит, блядь, эту херню. Ты, блядь, ее херачить будешь, нет? Блять, за херня нахуй. Ты, блять, хер умираешь, блять. Да, блять, в него хуй попадешь, блять. Чего, блять? Да, блядь. Ой, блядь. Ой, гость. Блядь, чё нахуй? Всё, подожди. Так будет проще, блядь. Подожди, а где? Наверх, блядь, да? Я что-то, блядь, нихуя не ебу, что делать.
блядь, будешь, блядь, разрушать кроме этого что-то, нет? Давай, блядь, хуяч, разрушай, я не знаю, блядь. Давай, блядь, разрушай. А, вот, все, я понял. Давай, блядь, разрушай, эй. Блядь. Ну, отлично. Давай, блядь. Опа. Ну. Ну. Давай, блядь. Серьезно, блядь. Ракета должна попасть, блядь. В антенну, блядь, или куда? Не, ладно. Такое чувство, что антенне, походу, похуй. А куда надо нахуй? Как разрушить когда это золотые? Ну. Так, стоп. Да-да-да, по-моему, надо генераторы нахуй поразрушать, блядь. Ага. Отлично. Давай, блядь. Дальше, блядь. Давай. И чё, блядь? Ебать, подожди. Давай, блядь. Ну. Отлично, блядь. Ну. Дальше. Генератором мы типа расхерачили. А что дальше? Херачится, что ли? Ничего не пойму, блядь. Что-то... Как уничтожать вертолет?
Я что-то... Серьезно? А, подожди, блядь. По-моему, тупо надо... Да, блядь. Что? Не понял, куда он делся? Не понял. Самолетик, вертолетик, нет. Все. Наконец-то, блядь. Что за... Что за греб? Серьезно? Джессика. Я уже собрал команду медиков. Они о ней позаботятся. Ей удалось настроить исходящий канал. И мы получили некоторые данные, прежде чем Радек разорвал связь. Мутант, с которым ты бился. Короче, у нас проблемы. Гиперрегенерация, естественная броня, метаболически повышенная сила. Это боевая машина. Еще плохие новости. Нам докладывают об атаках мутантов по всему городу. По состоянию на 6.55 во Фрипорт-Сити введено военное положение. Да, в принципе, вот и прошли. Игрушка вышла вполне неплохая, но жалко, что на этом, как бы сказать, поддержка игры прекратилась. К сожалению, поменялись, по-моему, издатели и ушли те, кто, ну, вдохновлялись Сином, кто хотел вот Син эпизоды дальше продолжать делать. Хотя у игры был реально потенциал. На движке Source можно было сделать интересный сюжет. Но, видимо, вот главная злодейка Эликсис, походу, вот это, с мутантами. В своем красном прикиде. Вот. Печально, конечно, что так получилось, что... Такие хорошие игры, они забываются. Вот поэтому я и решил ее вам показать, чтобы вы поняли, что эта игра, в принципе, достойна своего хотя бы взгляда. Чтобы вы ее увидели. А что бы этих торговцев? А, вот народец.
Эй, ты слышал про корабль? Надеюсь, ты его разнесешь. Здесь и так не курорт, как я сюда приехал. Эй, теперь я узнал тебя. Ты Джон Блейн. Блейн, эй, мне не нужны проблемы, я просто делаю свою работу. Ты мужик. Блейн здесь. Быстрее, эй. Мужики, здесь Блейн. Отлично. А кто этот Блейн? Заткнись и вали отсюда. Сам. Да ты представления не имеешь, что и для чего мы здесь делаем. Дело не во мне, да и не в тебе, а в... твоей мамаше! Просто хотел привлечь твое внимание. Вертолет повержен и улетает прочь. Я думаю, что это лучше. Я повержена. Этот гребаный русский! Думаю, он русский! Эй, приятель! Он из маленькой провинции из Восточной Европы! Заткнись! Ты хорошо пахнешь, Блейд. Мне нравится это запах успеха. Я сказала надрать, а не подлезать зад. Эй, ты слышал про корабль? Надеюсь, ты его разнесешь. Здесь и так был не курорт, а с тех пор, как они сюда приехали... Здесь вообще стало совсем дерьмово. Большая темная крепость судьбы. Как скажешь. Как скажешь. Как скажешь. Мужик, ты меня влюбил? Да ты. Я просто работник. Иди, понял? Я ничего не знаю. Да? Займи мне место в следующей серии, Блейн. Да, странно, что Алексис не показали. Так что, в принципе... Вот такие дела, ребята. Надеюсь, вам понравилось. Песня реально четко играет. Так что, в принципе, ребята, спасибо за то, что смотрели. С вами был Казуку Фэмили. Мы прошли данную игру, первый эпизод, который был хотя бы первый, потому что их планировалось 5 или 7. По-моему, 7. И вот, к сожалению, проект не дожил до своего, но он была интрига такая, что во втором эпизоде было бы все четко. С мутантами, в городе. Короче, было бы круто. Но, увы, так получается... хорошими проектами иногда вот так заканчивается. Но стоило хотя бы увидеть. Так что всем до новых встреч. С вами был Денис. Ну а всем удачки. Пока-пока.